Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Вставай, двигай тушей! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Давай! Чего разлеглась? Вставай уже! Ну, пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. О! Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Дигр-дикер-тумбар-бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Хм, ещё бы. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Ну, за работу. Что-нибудь для мальца? Батьку только не пристрели, смотри. Или меня? Я уж только поосторожней, понял? Удачной стрельбы!
решил чего? А для сынка? Тоже броня. А так сложнее попасть. Ну, можно на вырост взять. Материал весьма прочный. С твоим напором денек продержится. Не, ну, обаяние, конечно, тоже защита, но зачем испытывать судьбу? Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место. Только не сломай мне там ничего. Твоя стойка! Ты в дерьмо наступил! Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары?
Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей — Сраная Благодарность. Эй, Сраная Благодарность, а ну иди сюда. А хорошо. Я даже не заметил. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. А то ведь костей там не соберете. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Сюда.